Герои неба. Ночные ведьмы. Легендарный женский авиаполк. 588-й, позднее 46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк был создан в октябре 1941-го. Им командовала Евдокия Бершанская. Все остальные должности тоже занимали женщины. Летчицы выполняли задания на легкомоторных самолетах. Наиболее ожесточенные бои с участием 46-го полка происходили при прорыве голубой линии врага на Таманском полуострове. Экипажам приходилось за ночь подниматься в небо до 12 раз. Даже враги поражались бесстрашию и боевой выучке наших женщин-авиаторов. Ночными ведьмами их прозвали за бесстрашие и боевую выучку. В феврале 43-го года полку было присвоено звание «Гвардейский». И еще через полгода его удостоили наименование «Таманский». 23 женщины-авиатора были удостоены звания Героя Советского Союза. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.